Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал на место рождения хрусталя. Сейчас мы пройдем, покажу вам уральский хрусталь. Такая красота у нас. Видите, рябинка. Такая панорама открывается. Горы. Ну, оставайтесь со мной. Идем смотреть хрусталь. Вот, друзья мои, посмотрите на чудо природы, силы жизни. Березка наклонилась, и потом вот так вот пошло. Три березки. Две больших, вот маленькая. Дальше вот рябина. Красота какая. Так, силы жизни. Вот такое место. Место рождения хрусталя. Ну, на Урале у нас их много. Можно сказать, все горы хрусталя. Вот такие вот ямки копают. Ищут хрусталь. Сейчас я вам покажу карьер. Сам поднимаюсь. Маленько задышался. Сюда много туристов приезжает. Немножко собирает так вот. Для своих коллекций. Вот видите, какие хрустали, друзы. Прямо вот лежат, кто-то копал. Ничего хорошего взял. Что не интересует, не взял. Но тем не менее интересно вот это. Я его не собираю, у меня есть коллекция. В конце этого видео покажу свою коллекцию. Собирать его можно везде. И в горах. Вот он, какой красивый. Тут надо взять. Недавно был в горах. Тоже нашел, значит, целую стену кварцита. Вот смотрите, какие вкрапления. Как изумрудики какие-то. Это был в горах, значит, что повторюсь. Нашел стену из кварцита. Ну и это, там высоко, тоже перспективное место для хрусталя. После этого ролика я вставлю вам этот ролик. Стена из кварцита. Ну, оставайтесь со мной, пойдем дальше. Вот, друзья мои, посмотрите. Интересное место. Скала практически вся из кварцита. Видите, здесь возможно найти и хрусталь. Бывает, что попадаются друзы прям хрусталя вот на таком кварците. Сейчас вам покажу. Но тут вот я пока их не вижу. Интересное место. Посмотрите, какой кусочек хрусталя нашел. Идеальной формы. Прозрачный. Вообще чудесный. Тоже возьму. Интересная находочка. Вот так. Грани. Солнышко светит. На него переливается. Вот видите, какой шурф. Ну, глубиной он где-то 6 метров. Вот туда залазят люди. Копают. Опасно, конечно. Но, наверное, это им нужно. А так вот
Даже вкрапление хрусталя видно везде по стенам. Я сейчас увеличу. Вот этого камня он прям вижу. Вот. Видно, не видно. Да, вот вроде вот это. Может, нет. Ну, не важно. Просто показал вам шурф, какой глубины. Опасная работа. Опасная. Сейчас покажу вам карьер. Вот, друзья мои, посмотрите. Огромная глыба породы с хрусталем. Видите, какие вкрапления? Такой монолит хрусталя. Сейчас я еще фотографию сделаю. Снимаю против солнца. Какая видимость? Ну, на фотографии видно мой тут. Такой у нас уральский хрусталь. Вот еще один шурф. Но он уже завален. Тоже глубокий был. Так это вот все вот выглядит. Такой карьерчик, он небольшой. Сейчас вот залезу наверх. Сниму его у вас с высоты. Посмотрите. Смотрите, какая нора. Какой подкоп. Сейчас мы подойдем поближе. Посмотрим, что там есть. Посмотрим породу. У меня камнями не особо интересуюсь. Но тем не менее. Мне интересно. Вот он. Да. Хорошо здесь. Хорошо. Покопали. Молодцы. Такая порода. Глина. Ну, сейчас сверху покажу вам карьер. Вот не удержался. Собрал камушки. Порода, которая здесь валяется. Хочу вам показать. Видите, вкрапление хрусталя. И камни. Интересно. Ну, вот так, друзья мои, он выглядит. Этот карьер хрусталя. Все ископано. Но он небольшой. Это не промышленная разработка. Я думаю. Походим, сейчас посмотрим. Еще что-нибудь вам покажу. Посмотрим хрусталики. Может, что найдем. Бруснижник. Так вот. Оставайтесь со мной. Погуляем. Вот посмотрите, друзья. Какие еще камушки нашел. Ну, если есть у меня зрители, которые понимают. Ну, это кварцит и вот вкрапления какие-то, вот видите, цветные. Напишите, что это за порода. Такие вот камни. Вот еще вам покажу норы, которые накопали. Так вот он.
конечно, опасно тут ловить. Может обвалиться порода и завалит. Вот так вот. Вот какая друза. Смотрите-ка. Какой хрустальчик. Ну ладно, пойдем. Поснимаешься по дороге сейчас. Интересно, что-нибудь увидим. Оставайтесь со мной. Вот посмотрите, как ветер повалил деревья. Такие громадные сосны. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Может, что-то под выворотами есть. Ну нет, не видать, только порода. Да, сильный ветер был, ветрюга, вот что, навалял. Такие сосны, супер. Ладно, идем дальше. Вот посмотрите, друзья мои. Какая сосна, какой формы, как она, бедная, изогнулась. Вот тоже силы жизни. Как вот жить захочешь, изогнешься. Ну, друзья мои, закончилось наше небольшое путешествие. Вышли мы к речке вот такой. Такая вот речушка у нас текет. Недалеко стоит моя машина. Спасибо всем, кто был со мной. Как я обещал, значит, в конце этого видео, я хотел видео снять, но я не буду видео снять. Я фото хрусталя просто приложу. И вы посмотрите. Вам будет так удобней. И мне. Ну, всем мира и добра. Всем пока. Всем удачи. С вами был Владимир. Пока-пока.